Ребят, всем привет, кто присоединился к трансляции. Сегодня 9-й день работы в компании NL International. Короче, какие новости? Хай, хай, здорово, 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 ребят. Привет, 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 привет. Ну что, получил небольшую зарплатку и решил их сегодня потратить. Привет из Калининграда. Калининграду большой привет. Кстати, калининградцу Айрон Шерман. Скажи, дозванивайся, я пойду пообщаюсь с моими ребятами. А, кстати, Клим, поздоровайся. Да, привет, ребят. Мы продолжаем в том же духе. Работаем нон-стоп. Да. Короче, что мы сегодня делаем? Мы сегодня выбираем тачку для моей мамы. Ага. Дело в том, что, ну, папа ездит на Форде на хорошем, а у мамы машины нет, я решил подарить маме. Зачем откладывать? Откладывать — это мертвые деньги, ребят. У меня никогда не бывает отложенных много денег. У меня всегда они работают где-то, я все время инвестирую. Но сегодня я хочу инвестировать в свою маму, короче, чтобы маме было комфортно. А, это старый телефон, ребят, это старый телефон. Новый телефон у меня вот. Короче, вот мой новый телефон вчерашний. Я просто подключился к новому номеру, а этот номер будет скоро вне зоны доступа, и к новому номеру могут, на новый номер мне только могут позвонить те люди, которых я лично знаю за последнее время. Ну, короче говоря, обновление жизни. Постепенно я уйду полностью от мобильной связи, со мной связь можно будет держать только через сеть. Игорян, привет. Короче, да, что мы делаем? Мы сегодня выбираем авто для моей мамы. И мне кажется, ну, естественно, мама не будет за рулем, будет папа за рулем. Я думаю, какая тачка подойдет моему папе, как думаете? Не-не-не, гелик нет, это хрень. Я вчера его смотрел, очень маленький автомобиль, и он не стоит своих денег. Здрасте, здрасте, здрасте. Короче говоря, тачку, которую я хочу купить маме, это X5, как в бумере, короче. Как думаете, нормальная тачка, ребят? Зацените. Ну что, ребят, скажите, нормальная точила? Или нет? Тут есть еще один. Вот есть такой, X5. Мы уже движочек его послушали. Ребят, кто пишет, что это ведро и старая тачка, напишите, на чем вы ездите. Напишите сначала, что это старое ведро, я езжу на вот такой-то, такой-то, на таком-то автомобиле. Старье. Ну, а ты на чем ездишь? Чурчелло 77. На чем ты ездишь? На каком автомобиле? Скажи мне. Вот именно, на метро ты передвигаешься, скорее всего. Короче говоря, ребят, как вы одобряете мою идею подарить маме X5? X1 нет, это не мой автомобиль. Я на Q7, я думаю, что это вранье. Да не, ребят, на самом деле, и вы же понимаете, что я выберу то, что, ну, я уже принял решение, что я хочу купить X5. И мы сейчас ездим, выбираем самое лучшее, что сейчас есть. Ну, на новый, а зачем новый покупать? Может быть, через полгода надоест этот автомобиль моей маме, и она захочет другой, я ей новый куплю. В чем проблема? Ладненько, ребят, мы, короче, поехали смотреть тачки. Вам, как всегда, будьте добрее, мне веселее и здоровее. Намучаешься с X5. Да с чего бы, если за машиной следить, блин. И вот сейчас я куплю тачку, отведу ее в сервис. Там мне за пару дней сделают из него ходка охуенного. И все, я эту машинку потестю на ней, там месяц-два покатаюсь и подарю маме. Как думаете? Мама — это святая, по-моему. Короче, ладненько, ребят. Пока-пока-пока-пока.
Увидимся с вами вскоре. Возможно, сегодня еще будут трансляции в Перископе. Все, ребят, давайте пока-пока.